тогда, когда. Да, когда у которого было 4 эти барабана с трейсеров. Там не оставляется стрельба, пока мне не вижу, я это дождь слышу. Освал. Они больно дали. Ну что могу сказать, живи. Хуёво, что я начну стрелять, у меня огонь заполняет весь экран. И плюс еще этот босс или короче. А. Торс, его могут поднять, его тиммейт. Что, мам? Не сейчас, мам, пожалуйста. Вот сейчас вообще не могу. Он побежал бы уже. Ну, я готов принимать. Да, он на главном входе, на главном входе. Не знаю, кто, кто-то бич. Кто-то бич, но не уверен. Да, он залез там. На зеленый контакт 2 типа. Или 3. У меня есть барабан, так что двоих могу точно. Да, двое. Обоим головку не стреляет. Почему я полежать, что они не так пропущены? Так, теперь мы знаем их тим. Если он убегает, говори, то я буду следовать. Слушай, можешь спрыгнуть и пойти через бойлерки, короче, через ключницу и мукспун? Могу. Можешь не шифтовать, потому что там не будет слышать, походу, что будет не стрелять. Еще тогда еще тип прибежал, еще гонится, сколько их будет. Еще не походит. Там два типа. На зеленых контактах. Я вижу, откуда стреляют. Постреляй немного, и я все у них в спине. Подожди, еще он пытается убить.
Убойщик. Пока что не надо. Хорош. Еще должен быть. Эй, меня поднять можно. Ты в тело бил или в голову? В голову одного. В голову. Он где-то у меня. Посмотри в карте, чтобы знать. Тебя ходит где-то? Рядом. Он далеко где-то. У контейнеров сидит. Если да, он у контейнеров сидит. Это не он, это не он. Он у меня все еще бегает. Вдалеке. Уже близко, на камнях. Все. Не он, не он. Блин. Я Витик. Большой, очень, очень большой пинг. Не очень большой пинг и не очень хороший позиция. Пишет телеграм. Тебе вообще не топит. Блять. Ну, я не топит, но у меня коллаж в руки не берется, понимаешь? На столь. Да, нормально. Я думаю, оставь. Хотя не. Не знаю. Ладно, пускай остается. У меня очень большой пинг. А меня не тэпает. Я же этот босс стреляет.
Мне очень плохо в клавиатуре, блядь. Короче, дождись. А, так это чел у контейнеров был их тиммейт. А которого ты прострелил, я знаю мою информацию. Я только у главного. Прикинь, по мне еще и завода стреляют. Сколько же он, блин, большой тебе? Там еще кто-то уже в порту, блядь, у тебя. Вот тебя трое челов, короче. Они бесконечно камбэкаются, я устал уже. Ой, у меня зависло. Фух, хорошо. Ты стоял на коленках тогда? Нет. Как они не ищут? Мне надо забрать свой ППШ и все. Мне надо просто для себя забежать ППШ, забрать и все. Гоните, я троих распикиваю, блядь, с разных сторон. Что за бомжи против меня получаются? Утоплю машину. Надо вот это разобрать. Нигде у тебя в порту есть еще кто-то? В конце вроде кто-то есть, не уверен. В начале 100% есть подборы где-то здесь. И в этом. Ладно, я бегу до себя. У меня палец, мизинец уже болит. Подмога уже тут. У меня осталось только инфа про этого чела. Слышу. Ты понял, где он? Да, у Аврор. Да блин. Почти.
Он про кого? Про тебя? Его? Но вряд ли меня будут лутать, так как мне пуша. Ну, лутать-то будут. Ах, пиздец. У меня... Ты знаешь, где я подох, да? Просто. Не против, если я просто запушу? Не против, не против. Фул, да, фул. И второй барабан имеется. Ну, он все еще тут. А, так их там трое, не буду ебать, блин. А, нормально. У меня очень лагает. По мне стреляет с маяка. С трейсерик. Кто-то у песков. У меня вообще никакой не будет. Убил одного. Я одного промеком был. У них там еще вальчик пришел. Нормально. Так, не вальчик пришел. Апсом? Нет, не тоже пришел. Вальчик брифт. Это Апсом Павел там. Если он будет сидеть в этом, в мейке, и то все. Вы можете разменяться. Так как у тебя ППШ у него освал. А мне тебя просто допишите надо. Ладно. А в самом он разменялся. Меня бомб сейчас залутает. Возможно, вообще все там получится. Оп, беги просто на маяк, беги на маяк.
Там, там бич. Может первый. Бич. А. Бича убивают. Бича не убили. Или не бича убивают, не знаю. Не знаю, кого-то убивают. Они на гризер разменяли, скорее всего. Да, у одного пулемета, а другого. Сибу ассасин. Да, это тиммейт года в этого. Кратос. Ну да. Так, все, тихо. Я просто иду. Я думаю, в маяк. Закрой двери. Где нахуй второй? Я там. Два свала? Победа. Да, все, мне не знаю, где типа, то есть, с которым разменялся. Вот это хуёво. Вот с которым он разменялся, у него пулемет должен быть. Я знаю, что у него пулемет. Я уже, ну ты видишь, надо где? Под нами где-то тип должен быть еще с утом. Он бежит. Да ну что за пиздец? Так. Под нами тип с утом, короче. Там у гранат? Вот тут вот, смотри. Вот. А, да, я понял. Ничего. Ну как ничего. О, мой калаш. У тебя, кстати, за кто-то у маяка будет. Нет. Это не он. У тебя уже, да. Так, где ты его убил? Я бомжа убил, смотри. У меня из-за пинга будет размен с ППШ 100%. Так. К нам тип приду в сети. С моим, да? Я не, да, знаю, вижу. Я не знаю, с чьим сетом. Но это трестник. Мне хз, это смертельный. Я у тебя! Окей, хорошо. Это смертельный уголок вообще, забей, мы тебя не выберем, сожалению. Топайте с Игги, ебаш. Я нашел. Лутай. Сейчас кому-то сейчас помог. Подожди, что? Вот тип лежит мертвый. Можешь спуститься вниз? Там тип с ППШ и два трупа. Еще. Что проверю? Убил? Это бомж, это бомж. Вон сет бегает вот. В пещеру забежал, по-моему. Так, где трупы? Забей трупы. Сука, это тиммейт, наверное. Поднимись наверх. Не убили.
Просто кемпи, я не знаю, что делать. Это мы отсюда живыми не выберемся, нахуй забью. Тут только сидеть до потери пульса. Или ты можешь этот кит забрать? Ну, рекитнуться, да, но, блядь, ты понимаешь, что тут сейчас на маяк может рекитнуться 7 типов. Или 6. Это год, это пилот, это все тиммейты года, это 3 человека, это 4 человека уже. Плюс там еще под тобой сейчас 2 человека, это уже 6 человек. У меня очень большой пинг. Если бы не пинг, я бы выиграл файт со свалом этим, с пилотом. И мы бы сейчас даже в маяке не сидели, мы бы просто вышли со всеми пингами сейчас. Сейчас яга на барабане еще есть. Пока им лучше юзаю хильси и юзаю ПКМ. ПКМ намного больше урон. И патронов тоже. Ужас.